Могилев, 750 год. Фотокнигу с такой назвой выдало агентство «Могилевские ведомости». На друкованных сторонках истории Могилева, о фотоздымках творчая группа, якая працавала над книгой, год зверталась до аматоров и профессионалов фотомастерства. У редакцию трапили тысячи здымков Могилева. Книга своеобразное подорожье по городе. Начинается оно с вышини птушиного полета. Фото мгновение сопровождает невеличкий текст на русской и английской мовах. По словам работников редакции, некоторые здымки робили специально для книги. Авторы книги сподяются, гэты подарунок городу от его жихаров прийдется до спада. Я понимала всю ответственность, насколько это будет сложно и тяжело, потому что, я говорю, по времени съемки это и утро, и обед, и вечерняя, и ночная съемка. Вот, в зависимости от того, как повернется солнечный свет, какое будет небо, какие будут облака. То есть пасмурная погода отпадает, а ее было весной достаточно, так это подтяжительное время. Вот, времени было очень мало. И из-за этого, конечно, немножечко напряжение возрастало.